теряю данный контроль. В первую очередь я выпрямляю осанку, потом уже стою на ноги. Если на данный момент у меня нет осанки, например, он ломает мою осанку, я не встаю на ноги. Сперва я выиграю осанку, вот это положение. Оно может быть не продолжительным, коротким, он сразу будет обратно меня возвращать, но я стараюсь именно в ту секунду, когда у меня прямая спина, начать вставать, не наоборот. Это ошибка, то есть у вас не должно быть вот таких вот позиций. Во-первых, это очень плохой баланс. Я завален вперед, можно делать свипы разные через себя, во-вторых, рычаги, вот, и всевозможные атаки. То есть в первую очередь это осанка, прямая спина. Контроль руки, желательно с той стороны, где я отключил руку, я с той стороны ставлю ногу. Выпрямляюсь, руку желательно тоже не отпускать. Ну, если вы теряете уже к этому моменту замок, имейте в виду, что вас по пятке могут здесь уронить. Надо как можно быстрее отшагивать. Стараться делать параллельные ноги, не параллельные, то есть отшагивать одной ногой и делать вот такую борцовскую стойку. Либо даже приземляться обратно. То есть, например, если вы выпрямили спину, он подкрутился вам под ногу, там, допустим, это не самый, это вообще не лучший момент вставать. Если я буду здесь вставать, он сразу будет какие-то атаки здесь придумывать. Вот, поэтому находим момент, когда у вас прямая спина, когда вы отключили руку и с прямой спиной встаем. Вот это нужно очень часто пробовать на тренировках, чтобы эффективно проходить закрытый гард, если вы туда попадаете. Второй момент, надо научиться бороться так, чтобы все-таки чувствовать эту позицию и не попадать в закрытый гард. Стараться не оказываться в этой позиции, потому что, я миллион раз говорил, да, она проблемная. Вот эта позиция для меня очень плохая. Без риска, мне всегда говорят, надо вставать. Я встаю, меня свипуют. Это, как правило, ну, постоянно так происходит. Вот. И без риска вы отсюда не выберетесь. Вот. Мы сейчас делаем следующее. Правильно встаем, но тем не менее он делает базовый свип под две ноги. Вот, да, раз. И отсюда идет маунт. Вот. Когда он сел в маунт, я стараюсь не обнимать его, там, не толкать, прижимая локти к себе. Проворачиваю боком свой таз, то есть я делаю базовую креветку, по сути. Раз, колено левое у меня оказывается вот здесь. Я отключаю, забираю голень, выталкиваю бедро, тут же разворачиваюсь. Вот здесь он захочет меня прижать, когда я буду разворачивать. Видите, сейчас плечо мешает. Я сейчас буду разворачиваться, он меня будет размазывать вдоль пола. Поэтому я хочу сразу, когда я поворачиваюсь, руками также его толкать. Смотрите, я иду на него, вот он. Я на него разворачиваю, мои руки здесь мешают ему прижаться ко мне. Делаю еще креветку, колено в грудь. Это уже, в принципе, позиция, которая подразумевает атаки. На прошлой неделе мы там отсюда забирали андеркут. Но сейчас я возвращаюсь в закрытый гард, поэтому там делаю еще одну креветку, вытаскиваю ногу, закрываю гард. Он блокирует мою руку, с прямой спиной начинает вставать. Вот. Я раскрыл, ну, и, допустим, все равно я там дотягиваюсь, делаю базовый свип под пятки. Опять на него, садусь в маунт. Локти у него прижаты, он сделал креветку. Колено левое подводит под подъем стопы, затаскивает к себе, выпихивает мое бедро. Вот здесь уязвимый момент. Он сейчас захочет вернуться в хавгард. Вы должны делать это не расслабленно. Если он просто сейчас медленно ложится на спину, я здесь его прижимаю к полу. Это очень плохая позиция и вообще не атакующая для него. То есть сейчас плечо было на пути как бы к его вот этому, к моему контролю. Да, я постоянно иду к нему, но когда он будет сейчас разворачиваться, его руки тоже, видите, создают вот эту дистанцию между нами, которую он побыстрее хочет усилить коленом. Руки — это временная позиция, конечно, я могу при каких-то обстоятельствах их продавить. И вот в этой позиции он все равно, можно сказать, уязвим. Когда он разворачивается, да, вот я могу в целом прижаться к нему. Но если он заранее это как бы предвидит, то можно побороться. Он меня руками может от себя как-то убирать. Пока я там к нему притягиваюсь, уже колено здесь оказалось. Это уже вполне себе атакующее положение. Вот. Например, там вы не умеете атаковать из хавгарда или не получается. Хотите попробовать более такую позицию надежную, поэтому выбираем закрытый, он опять возвращается в закрытый гард. И мы работаем отсюда. Здесь осанка, контроль руки. Раз, два, три, раз. Дальше попадаемся на свип. Да.
Ну и отсюда опять локти мои здесь, я проворачиваю таз, левое колено под подъем стопы, загребаю его ногу к себе, выпихиваю бедро, разворачиваюсь, он захочет ко мне прижаться. Руками отжал его, колено в грудь. Привет, закрытый гард. И вот так снова. Каждый по 15 раз. Поехали. Посмотрите.